Так, добрый день всем. Получил я вот такую насадочку. Сейчас я вам ее покажу. И мы все насадочки с вами промеряем, поговорим. Значит, видя вот такую насадку, запомните, это сделал Томич. Полностью его заслуга, что прогресс у нас сейчас делает даже для импалы. И я вам скажу, импалы берут, и насадки эти будут брать. Ну, либо такие, либо кто-то там другие выберет, не знаю. Ну, сейчас все посмотрим. Значит, пришла. Вот так вот замотанная была. Вот такая маркировка. И сверху была одета вот такая трубка на резьбу. Вот так. Ну, естественно, она была в бумаге. Заказывал, ребят, я ее на Озоне у официального производителя. Он там есть. Дешево. Перешил бесплатный. И быстрая отправка 3 дня. И насадка здесь. 6-го заказал, 9-го получил. Вот. Так. Теперь дальше. Давайте все смотреть, мерять. Какие-то выводы делать. Ну не выводы, а рассуждения. Так, сейчас, секундочку. Так, ну, сейчас мы все посмотрим, поговорим, значит, по поводу качества. Ребята, обработка просто бомба. Внутри она не хромирована. Внутри это простая вот эта вот сталь, нержавейка, да, вон она, видите, светится. Но очень, очень гладкая. Так, вот ручку я не взял. Какую-нибудь. Сейчас. Полирована как джем, ребят. Она полирована внутри. Видите? Очень гладкая. Очень. Просто вот. Ну, как и джем. Так. По поводу стали. Здесь сталь лучше, чем вот в этих. И честно сказать, для импалы я бы оставил вот те. Почему? Вот эта сталь, ну она ржавеет, это раз. Ну это не страшно, да, все равно мы протираем ружье. Но ввиду своей вот этой вот конструкции, они ее куют, она мягкая вот эта. Та сталь... Не знаю, написано в характеристиках, что тоже не твердая, но, ребят, как-то она выглядит как типа покрепче, что ли. Неохота тюкать, бить и смотреть. Вот, поэтому, почему говорю о... Чтобы для импалы оставили вот эти насадки. Первое. У меня цепляли некоторые дульные сужения. Цепляли здорово. Причем зависело от производителя. Вот здесь. Если бы была мягкая сталь, ее бы вот так туда завернула и вырвала. Это есть в теме импал, да? Вот почему штатная вырывает? Потому что там сталь негодная. Если будет более твердая сталь, она будет вот здесь цепляться, играть, если вдруг у вас есть несоошность. Вот, поэтому я за твердую. В любом случае, вот эта насадка, она вроде как, ну, такая... Не знаю, в общем. Вот, поэтому в любом случае для импалы нужна твердая сталь. Второе. Вот такие черные с портами. Двухрядные они уже есть, трехрядные. Они дают хорошую равномерность. И, а мне нужно сгущение к центру, мне нужен чок, дальнобой, чтобы я доставал там далеко. Поэтому вот этот тип... Он дает сгущение к центру примерно как вот эти беспортовые, потому что здесь сужение на выходе, я вам все показывал. Поэтому я опять же за вот такую конструкцию. Вот. И что еще сказать? Сейчас все промерим. Есть сравнение уже Прогресса и Билмана. Внизу ссылка будет, два видео. Это мой подписчик, он там тоже перебрал много насадок, но... Сейчас купил набор прям Билманов и таких.
и сравнивал с прогрессом 0.5-0.5, и просто есть отстрел вот таких билманов уже новых. Я скоро тоже отстреляю. Чтобы не говорили там, бытует мнение, что вот у них резкость не очень. Все зависит от патрона. Резкость может быть не очень на одном ружье с одним патроном, а на другом она будет другая. Я их обязательно сравню. Это оба чока по листам. Подготовили листы. У нас через неделю будут каждый день тесты. Я буду ездить на охоту, путевку взял, буду все отстреливать. Вот поэтому по поводу стали я сказал, если вдруг какая-то несоошность есть, я полностью за твердую сталь. Вот джем, я с нее стрелять, ребят, не буду, у меня ее, наверное, подписчик заберет. Это насадка, которая полмиллиона выстреляет и будет смеяться. Здесь все соошно, здесь никаких цепляний нет. Это, наверное, седьмая у меня уже насадка. Я с ними охотился, и вопросов как бы не было. Поэтому мы ее сейчас тоже промерим. Просто, чисто вот. Но стрелять я с нее не буду. Просто человеку отдам новую. Почему отдам? Ну, опять много собирается. Не знаю, может, я опять джем себе куплю. А может быть, не знаю, посмотрим. Есть моменты, которые не нравятся мне. Как бы, а вот джеми мне все нравится. Вот, поэтому идеальный. И сталь здесь идеальная. Сталь здесь выдержит все. Просто бомба. Так, ладно. Много говорю, давайте мерить. Значит, вот, кстати, три чока. На выходе. У меня камера вверх ногами стоит. Не знаю, переверну, может, потом. 17,7. Это джем 0,89. F. Они идут ту же, вы знаете. Билман F. Из новой стали. Тут у нас Билман потуже. А Билман немножко, ну, 17,6, если так вот придавить. 17,6. И прогресс полностью соответствует. Единица полностью соответствует. Это у нас 17,7. Четко полностью соответствует. Теперь смотрите качество изготовления. Ну, по поводу, когда-то было мнение, вот здесь вот смотрите, кривая фаска там на прогрессах, где-то видосик проскакивал. Вот здесь она у меня ровная, видите? А вот здесь ее практически нету. То есть здесь вот есть какой-то намек на фаску, но это не фаска. То есть все на выходе идеально. По поводу разностенности, так сказать, 2 и 2. С другой стороны, 2 и 2. Я немножко криво держу, вот 2 и 2, наверное, вот. Сейчас, или вот так встань, я разверну. Кривлю руку, 2 и 2. То есть, никакой разностенности, говорю, качество сейчас просто бомба. Ну, есть у меня один вопрос, который к прогрессу имею, и один вопрос к Билману тоже имею по поводу, здесь по поводу вот этого кольца. Здесь другой, а вот к джему все-таки вопросов у меня нету. Так, давайте замеряем. Я вспомню, что я еще хотел сказать. То много мыслей в голове. Есть у нас вот такие пули. То есть все на выходе 17,6, 17,7, да? Вот берем пулю. И вот где она у нас застряла. До пули 6,1. Вытаскиваем пулю. Ставим этой же стороной в билван. Тут, по-моему, тютелька в тютельку. 7,1. Вытаскиваем пулю. Вставляем в джем. А в джем у нас застряла прямо с краю. 4. То есть вы только что видели, где начинается конус. Но давайте посмотрим, где же он заканчивается. Все-таки интересно же. Кстати, эти пули я стреляю. Я говорю, я сейчас заряжу патроны.
померяем все, примерим. Так, что я хотел? А, у меня же есть вот такое, вот такая вещь. Вот здесь он у нас 17,7. Блин, плохо, что он 17,7. Надо бы 17,9. Ну, смотрите, он вот застреет. И смотрите, вот там это уже идет цилиндрическая часть. Здесь сужение идет на вот эту величину. Ну вот, вот отсюда, сколько там миллиметров у нас было, да, вот до сюда. То есть 4 вот это вот. Ой, чуть-чуть выскочил. Вот. Ну вот, да, 45. Насадка 38, да? Да, там уже туго идет. Это вот даже до сюда идет сужение. Прогрессия. То есть вот это и плюс где-то какие-то 5 миллиметров, это цилиндрическая часть. Давайте смотреть Биллман. Оп. Ну вот, застрял. Здесь цилиндрическая часть у нас 35 миллиметров. Там 45, здесь 35. То есть вот. И давайте джем посмотрим. Ну, здесь цилиндрическая часть 30 ровно. То есть вот. Сантиметр как раз ровно за вот этой частью. Сюда. К патроннику. О чем это говорит? Ну, честно сказать, кто его знает? Я больше люблю, когда сужение вот здесь короткое и на выходе. Когда сгущение к центру есть. Но все покажет отстрел. Значит, по поводу вот этой конструкции. В идеале, конечно, бы здесь сделать щелевые вот так порты. Вот на вот таком расстоянии. Да, вот тут прорезь, вот тут, вот тут. В три ряда, например, да, вот прорези. Но... И вот здесь вот эта цилиндрическая часть, когда она же будет пыш идти, вот это порты, которые близко будут друг к другу, они очень хорошо отработают и много стравят, потому что пыш еще не выйдет. Но прочность, ребят, здесь расстояние между портами сантиметр, а если мы их налепим в кучу, то прочности уже никакой не будет. Поэтому нормальная конструкция, кто там что говорил. Это Стас у нас скопировал компанчок, у него вот тут, да, все вот налеплены. По поводу портов, цеплять они не будут и не должны, не верьте никому. Все эти киксы, они разрабатывались для стрельбы стальной дробью, цилиндрическим вот таким контейнером. Иначе боя не было, поэтому вот отличный, вот сколько, кстати, они... Отличный вариант просто, не надо никаких больше там наклонных 3,8. По поводу боя прогресса, кучность у них есть. Я сам стрелял очень много из вот таких прогрессов, вот они, и с портами, и без портов, и со 155-й, 710-м у меня только вот такая насадка была. И бьет она, вы видели где, она достает, поэтому бой есть. По поводу резкости, есть у нас на ютубе отстрелы. У некоторых людей, они говорят, что вот прогресс там пробил 58 листов, а другие там 70 с чем-то. Ну вот мы и посмотрим. Вот этот прогресс и вот этот Биллман без портов, на двух порохах. Скоро посмотрим, прям вот ждите. У нас открытие проходит, и сразу после открытия я отстреливаю, прям первый день будет тест, второй день будет тест, потом через недельку, когда поеду на охоту, еще будут тесты. Пулями постреляем, картечью, дробью, все патроны будут одинаковые, так что. Так, вот теперь еще что, смотрите, вот здесь, я же не промерил вход, это же самое главное для импалы. Так. Ну, ребят, 19, 19,1. Я, кстати, писал, чтобы они не делали меньше. Ну, 19, 19,1 это идеально. Вот и у Биллмана то же самое. Потому что Биллман у меня не цепляло ни разу. Вот, видите, 19, 19,1 и Карсон у меня не цепляло ни разу. Зато других производителей цепляло. И Джем у меня не цепляло тоже ни разу. Из 7 насадок, которые были.
Ну вот здесь, ребят, 18,9, но он очень точный, очень соосный. Вот если вот так, то 19. У него нет ни увода куда-то, осыпи, никак, ничего вообще. У меня был увод на некоторых насадках, на вот таких именно спортами, на джеме. Прям пулей бьешь четко в центр, никакой не хорошей насадки. Так, по стоимости. Вот между вот этими двумя разница 500 рублей. Примерно. Ну там плюс-минус, да. То есть на сегодняшний день самое дешевое из всего, что есть. Как себя покажут, посмотрим. Потому что меня интересует вопрос соосности. И меня интересует вопрос стали. Потому что вдруг, если повторится история с... Были у меня американцы, их цепляло. То вот здесь как, что будет. Я думаю, не должно быть вопросов. Здесь все четко. Надеемся. Вот здесь точно все четко. Что еще хотел сказать? Ну, кстати, чего хотел сказать? Ну, что-то уже в голове каша какая-то. Ну, очень, ребят, очень качественный. Вот просто держишь в руках. Обработка, все гладенько, внутри вообще гладенько, вообще даже и намека нет, что там шершавое. Даже ручку не слышно. То есть, надеюсь, что здесь сталь крепче, чем вот в этих. Она здесь другая, она лучше, чем вот в этих. И надеюсь, что она крепче, чем вот в этих. Потому что импала и кривизна чоков, она настораживает. Вот здесь новая сталь. Посмотрим, как она отработает. Конечно, мне тут тоже не нравится один момент, но меня никто не слушает. Из производителей. Так. Так что вот, ну, все сказал, в принципе. Не так видео уже затянул. Пора патроны заряжать. Так, сейчас будем мерить. Так, меня интересует один единственный вопрос. Джем. Я знаю, как стрелять. Мне придется вот эту накладку снимать. Но стреляет он классно, со сгущением к центру. Биллман будет тоже лупить в свой центр. Очень классная насадка. Внизу смотрите видео по стрелу. Не у меня, у меня скоро будет. Там осыпь просто как будто нарисовали. Там я давно таких осыпей не видел. Кстати, у Давида очень хороший патрон стерлинг. Если кто покупает патроны, берите этот патрон. Это сейчас самое лучшее, что есть, поэтому там осыпи такие. Там твердая дробь, грамотный амортизатор, импортный порох, обтюратор хороший, стерлинг, патрон, бомба просто. И он показал очень хороший результат с вот такого, с таких билманов. И вот такой прогресс он там отстреливал, только не ржавейка, а обычный. Давайте крутим. У меня один вопрос, это снимаю я вот эту накладку или нет. Если я вкручиваю джем, я ее снимаю. Если я вкручиваю Биллман, я не знаю. Если я вкручиваю Прогресс, я тоже не знаю. Потому что меняется бой. На Карсоне, на вот таком беспортовом, у меня эта накладка стояла, и он стрелял четко в центр. На остальных насадках ставишь, стреляет на вот так, где-то ниже центра. Поэтому все покажет отстрел. Ну, смотрите, идет легко от руки. Сейчас мы проверим и соосность, и все остальное. Так, вот она села. А ну-ка, дайте-ка я посмотрю. Зазор минимальнейший. Так, а как бы вам теперь показать? Сейчас, секунду. Конечно, такое фломастер это не показатель. Как оно там село? А, он у меня даже не достает. Ха-ха. Так, сейчас. Нашел подлиннее ручку. Ну, в принципе, видите, ступенька есть. Кстати, нормально сел. Вот, так что... Вот такое сужение. Да, по поводу вот этого
белого. Некоторые говорят, что черные лучше, они не бликуют. Да может и так, да, как бы это бликует на солнце, якобы дичь отпугивает. Ну, ребят, вот такая автомобильная какая-нибудь краска красится, и вопросов нет. Либо вот такой маркер берется, и прям перед охотой берете ее, черните, да, вот. И вам ее хватит на несколько охот. Мало будет, еще почерните, видите? А ну-ка, стирается. Стирается, но плохо. Вот, поэтому... Так, ну, в принципе, все сказал. Не знаю, осталось отстрелять. Отстреляю скоро. Отстреляю вот эту кучность. Сначала одну отстреливаю, потом другую. То есть, чтобы не... Да, и вот, что я еще не сказал. Полсезона охочусь с этой, полсезона охочусь с этой. И показываю самого дальнего зайца. Из Прогресса и из Билмана. Вот, конечно, такого зайца может и не быть, потому что он поднимается с 3 метров. Но... Постараюсь, не знаю, показать, потому что интересно. Буду видосы снимать, камеры, купил аккумулятор. Проблема еще в аккумуляторе была у меня. Вот это он внешне садился. Вот. Поэтому вот этот и вот этот чок я в любом случае скоро отстреляю. Патроны даже остались для вот этого с прошлых тестов. Единственный большой вопрос тогда, когда отстреливал, часть было тепло, а часть был уже снег, мороз. Поэтому сейчас жарко, я стреляю патронами с полными навесками, даже с прошлого года остались. И что еще скажу, вот эта насадка и вот это будет гасить отдачу. Сейчас, блин, сорень 25 еще, наверное. Вот эта насадка гасит отдачу и вот это. Билман, конечно, будет лупить, мама, не горюй. Ну, посмотрим. Отстреляем, сравним. Я, в принципе, ребят, бой Прогрессов я и так знаю, да, и бой Джема, и бой Билмана, я за него зацепился, потому что очень хороший бой. И Джем у нас с портами, вот именно вот этот обладает хорошим боем. Посмотрим, как Прогресс, потому что таких у меня не было. Это здесь... Сужение длиннее, здесь другое сужение вот таких черных. Да, естественно, оно не такое, как в этих прогрессах, поэтому посмотрим, сравним, отстреляем. Пока накладку оставлю, я знаете, что сделаю? Чтобы, блин, зайца не промазать, потому что у меня был случай, когда я эту накладку не поставил, а у меня все выстрелы выше пошли. Я перед охотой поставлю лист 50 на 50 и стрельну метров с 20 в центр. Посмотрю, как накроет, а потом пойду охотиться. Потому что я стреляю точно, у меня никогда дроп ни выше, ни ниже не летит. У меня все выстрелы идут четко. А когда мушка у меня начинает низить или высить, тогда у меня уже промахи идут. Поэтому вот это я сделаю до открытия. Прям вот